неси 5000 рублей. Ну, учебники, зайди в склад, блядь. Сейчас сжигать буду, не сы. Ты что делаешь, а? Я 5000 жо хочу! Зачем? Я не понял. Я тебе для чего? Для того, чтобы я купил учебник. Зачем ты жо? Хрен тебе, ничего. И компьютер больше не получишь. И в игры вообще больше играть не будет. И сегодня ремня еще получишь. Фугал марш. Час будет стоять. Нет, всё. Нет. Выключай давай, фугал. Ладно, пока. А что у тебя происходит? Ты что сделал? Всем привет, дорогие друзья, все под по хардкору, все под сладкую хардкору. Продолжаем снимать. Вот этот чувак уже вот, вот он, Левков, 10 бандит. Что-то какой-то. Где-то я увидел уже, как будто. Значит, час он писал, подождите, 1-2, не то. Нужен помощник. Помощник для постройка дома. Skype EE11233. Вот он уже пишет здесь, пишет это. А я вот, как бы, так сказать, проверяю. Мы же, что же, мы здесь все проверяем, должны все. Поэтому, дорогие друзья, сейчас будем ему звонить, посмотрим, что это за чувак. Будем добавлять его в Skype. А вы пока заходите на сервер, потому что мы всех ждем всегда. Всех ждем. Все, сейчас будем звонить. Сейчас, жди меня. Сейчас. Алло. Алло. Здорово. Здорово. Ты кто? Да вот ты писал сейчас, типа, помощник тебе нужен для постройки дома. А я вот всю жизнь занимаюсь строительством домов в Майнкрафт. Ты какой куда? Какой у тебя ник, ёпта, бандит? А ты сейчас куда-то пропал передо мной. Я просто перед тобой стоял как раз-таки мой ник. Вот, мой ник, вот и Поша. Ай, Фоша как бы. Ко мне, ёпта. А ты куда пропал? Я, ёпта, дома у себя. А у тебя ник-то какой? Я забыл просто, я же видел его только. У меня Левков 10 бандит 1. Ёпта, блин. Сейчас, подожди. Кол, да, надо писать? Я не помню. Кол, да, кол, быстрее пиши. Почему быстрее? Потому что! Ну я тебе вот написал кол. А что конкретно строить нужно? Просто я не шарю. Что мне нужно строить? А у тебя вообще дома нет? Я тебе кол написал, ну, принимай. У меня есть дом, просто я хочу, чтобы ты мне его построил за 20 рублей. 20 рублей реальных? В реальной жизни ты мне отправишь на Яндекс деньги, в WebMoney? Нет, 50 тысяч рублей. Какие? Ты же сказал 20 рублей сейчас. Ты чё, тебе послышалось, ёпта, бандит. На... Так, нифига себе. Это, подожди, это всё твоё или что здесь твоё? Да, ёпта, моё, а чё, блин? Всё вот это твоё? Да. Погоди, ты зачем меня бьёшь-то? Извини, случайно. Я сейчас погибну. Нет. Понимаешь, нет. Я сейчас... Я могу... На яблочко тебе кушать. Какое яблочко? Я чуть не погиб, ты понимаешь? У меня две... Да извини! Ну ты просто меня ударил, я чуть не погиб, у меня ресурсы важные уж. Ну, а что поделаешь? Я просто иду, смотрю, какой-то чел, думал, не ты, показалось, ты, ёпта, бандит, а чё, блин? А у тебя... А ты близко, к микрофону, да, или ты можешь его еще ближе подвинуть? Да, могу. Вот, а то просто тебя не слышно, как будто ты в жопе там заткнутый был. Да извини, что я тебя обижаю. Да похер вообще. Слушай, так что здесь строить-то у тебя дом с алмазами, что тебе еще надо? Ничего, построй мне обычный кварцевый дом, который я захочу. Так вот кварцевый дом, вот кварц. Мне вот. Поссать какой, мне тут нафиг не нужен. Так, а где тут территория? Да вон территория, ёпта, бандит, вон он, блин. Так, ты меня должен хотя бы Ой! Ёпта, сюда иди. Сейчас, тут, я у тебя разбился, слушай, я тебе кол пишу. Да куда нахер? Да я у тебя погиб на этих, на... Что у тебя за фигня? Я не думал, что я погибну. Опа, ты на ловушке моей погиб. Да ты подойди, я реально, я случайно, прими кол, я тебе кол пишу, я случайно погиб, так, правда. Да что ты разбился, ёпта, бандит. Да прими ты кол, ты что делаешь-то? Опа, так, я... а ну показывай, куда ты разбился, ёпта, бандит. Ой, а как мне, стой. Где твой рез, ёпта, прими, бандит? Прими кол, я опять упал. Да ёпта, бандит, ты задрал меня. Извини, пожалуйста, принимай кол. Быстрее, кол, прими. Принимай, блин, что ты ноешь? Я здесь вот где-то разбился, а ты... Я не знаю, где мои ресурсы, я где-то здесь... Я их забрал нахер. У меня тут важные ресурсы были просто. Да не поссать, понятно? Так что тебе строить надо, не пойму, где? Дом!
Магазин закрыт, магазин закрыт. А где строй? Закрыт, да, не захотел, ударю. Иди сюда, с пендаля получишь. Нет, ты зачем это делаешь? Затем, то, что ты с пендаля получишь. Да погоди, я могу умереть, погоди, погоди, не хочу. На тебе яблочко, сыночек мой. Давай. Я батя, а ты сыночек. Сейчас, подожди, я яблочко должен съесть. О, а что это за дом у тебя? Да зачем ты бьешь-то? Да извини, я... Хватит короче, бить. Короче, строй мне вот здесь мой дом маленький какой-нибудь за 10 тысяч миллионов. Вот у тебя этот дом, крафтс. Да мне не хочу я этот дом, Саны, мне вон там нужно. Так, а короче, в этом доме смотри, у тебя что? Заходи, блин, ёпта, бандит, задрал ты меня. Я хочу посмотреть, ты, что ты у тебя. Ты как открываешь, ты чё? Так кнопку-то можно нажимать вообще-то, ты чё? Нельзя тут кнопку нажимать. Можно. Сейчас нажмёшь что-то и тебе хлебальник сломать, ты понял? Я понял. Ну всё, заткнись. Ой. Так, а чё у тебя в сундуках? Всякая всячина. Понял твоё дело. Покажи, пожалуйста. Открой вот этот сундук. Я просто не могу открыть. Вот этот открой. На него смотрю. Все, спасибо. Так, ты что там взял? Я не могу ничего взять. Я не в привате. Ты впиши мне в приват, чтобы я тебе дом-то строил. А, сейчас. Минуточку, ёпта, банит, блин. Как же я тебя строить буду, если ты мне не впишешь? Я же не... Кто же я? Ты бомж, а я бог. Да? Угу. Какой тебе там, ёпта, бандит ник? Мой ник Айфоша. Ипоша как бы, но Айфоша. Епоша, блин. Епоша, да. Все. Ты вписал, нет? Нет. Почему? Потому что. Ну, как же тебе дом-то строить буду? Да сейчас, подожди, ёпта, бандит, задрал ты меня. Проходи, я тебя вписал, ёпта, бандит. Давай. Тронешь, я тебе кардык сломаю, ты понял? Да понял я, что ты злой-то какой. Да ничего, мне сегодня настроение плохое. Плохое настроение? Да. Иди строй. Кого? Дом. Ну я не могу строить, у меня же ресурсов нет. Да мне посадь, где хочешь, там бери. Так, ты что, мои стрелы взял? Я не брал твои стрелы, у меня были стрелы. Что, обалдел? Я тебе что сказал? Ты какой-то... У меня стрелы были, ты чё, успокойся? Я тебе чё сказал? Так это мои стрелы же. Сюда иди. Ой. Сюда подошёл. Ну. Встал. Ну. Пошёл вот туда вот и строй дом, как хочешь. Куда идти? Ты чё меня бьёшь? Да ты задолбал меня бить уже и всю игру. Всё, охренеть. Нет, ты чё меня убил, слышишь? А ты чё? Так ты меня бьёшь уже весь день. Да мне посрать, понял? Ты что творишь-то? Ты понимаешь, что ты нарушаешь правила сервера? Здесь нельзя говорить. Ничего не нарушай, ты. Подумаешь, там твои ресурсы бомжки забрал. А чего они бомжки? Я бог сервера, а ты вообще ну по жизни. Какой ты бог сервера? Ты понимаешь, да? Что тут такое... Не рассмешил ты меня? Ты понимаешь, тут система на сервере такая, что если ты хоть поставь одного гриферишь, все, над тобой издеваются. Я здесь бог, понимаешь? Я вот... Какой ты бог? Вы чего? Охренеть, тут такая система стоит, если ты кого-то гриферишь, все на... Да кого я тут убью? Я 100 тысяч миллионов раз тут гриферю, кому я нужен? Ты 100 тысяч миллионов раз тут гриферишь? Ты, то есть ты грифер? Чё, тебе послышалось? Ну ты грифер получается? Я? Да. Нет. Ну так ты сам сказал, что ты гриферил. Тут всегда наказывание идет, понимаешь? Да блин, чё за херня? Кто мне молния херачит? Да ты! Я? Как я могу? Да кто меня херачит? Слушай, тут фигня какая-то, надо что-то делать. Слышишь ты, ещё раз я увижу, что ты на моей территории, я тебе кирдык сломаю, понял? Только попробуй мой магазин, дом вот это сетнуть или что-нибудь. Я не умею сетать, ты понимаешь? Да мне поссать, если ты все равно не умеешь. Все растронешь. Слушай, я а как не знаю, что сделать. Я вот на трамплинах твоих прыгаю. Нормальные у тебя не работают? Сюда. Я что-то прыгнуть не могу на трамплин. Сука. Что, блин? Не понял. Чего не понял? А чё, сука? Чего? Чё происходит? Я на спавне. Чё, охренел, слышь? Кто? Я сейчас ментовку позвоню, тебе просто гирдык сломают. Как я... Ты какую ментовку? Знаешь, я сколько это всего добывал?
Зачем это делаешь? И кто? Чего я? Чего я тебе сделал-то? Ты мне объясни сначала. Да мне тут мне кто-то сетнул, ты понимаешь? Что? Что это такое, блин? Даже не надо, да пожалуйста. Блин, блин, ломай. Давай, чувак, сломай. А что, ёка, что это такое? Я тебя убью. Нет, беги, чувак. Куда бежать? Ты что, с ума сошел? Что с тебя происходит? Ты мне объясни. В смысле? Почему у меня это, ну то, как я? Чего? Все же нормально. О, верни мои весы. У тебя все ресы как были, так и есть. Я тебя вообще не трогаю. Все, еще раз тронешь, пинда. Да в смысле еще раз трон? Ты меня сам позвал, ты сам меня позвал дом тебе построить. А сейчас твои сундучки в порядке, я не дам их в обиду. Да не дашь ты их в обиду, никто их не возьмет, понимаешь? Рот свой закрой, я не тебе вообще говорю. А кому ты говоришь-то? Да просто так сказал. Ну ты же со мной в скайпе сейчас. А... Ты где? Блин! Чего? Кто мне дом сетнул, нафиг? О! Кто тебе что сетнул? Мне кто-то дом сетнул! Дом тебе сетнул? Че, весь прям? Прям досконально? Сетрал, сетнул, говорит сетнул! Сетнул или сетнул? Что? Это... Тебе кикнули... Сельва, не ведите себя плохо. Какой нахрен плохо? Так ты себя плохо вел, что ли? Я себя охеренно, как хочу, так и веду. Не... Да ты чё, охренел? Кто? Да он, кто мне кикает. Да? Да, блин. Так чё делать-то в итоге надо? Что происходит? Я, наверное, сбрасываю со скайпа, ты чё-то какой-то странный. Или чё? Слышь, ты, только попробуй тебе башку сверну, ты понял? Так это нахрена ты нужен? Ты о, чё-то слава какой-то... то, что не забанили, у меня ещё яхта там есть, как же... Какая у тебя яхта там есть? А, неважно, закрой рот. Да ты сам, я сейчас все, пока скайп сбрасывает, ты как бы мне не нужен больше. В смысле, ёб твою налево? Стой! Хочешь, я тебе вебку включу? Зачем? Нет. Ну, увидишь сейчас. Смотри. Па, неси 5000 рублей. Зачем? Ты с ума сошел? Зачем тебе 5000 рублей? Он говорит, ну зачем? Ну как зачем? Для чего тебе нужно? Ну чтоб учебники... купить школу. Да. Ты чё задумал? При чём здесь 5000 рублей, папа? Ты чё придумал? Ничего я вижу. Зайди в склад, глянь. И чё ты с ней делать собрался? Хорошо, иди, мам. Ты чё делаешь там? Сейчас сжигать буду, не ссы, всё, окей, будь. Ты чё сжигать-то будешь? Ты чё придумал? Ты куда пропал? Я сейчас скайп сброшу. Ну всё. Ты чё делаешь? Извини, ну так надо. Всё, я сжигаю. Ты чё делаешь, а? Я не пойму. Я 5000 хочу! Зачем? Зачем? Я не понял. Надо. Чё ты? Я тебе для чего дал? Для того, чтобы я купил учебники. И куда ты? Зачем ты сжёг? Купил, точнее. Купил? Вот теперь хрен тебе, ничего, и компьютер больше не получишь. Да почему? И в игры вообще нет. Больше играть не будешь. Чё нет? И сегодня ремня еще получишь. Ну, очень сильно. Хорошо. Хорошо? Будешь наказан. В угол марш. Час нет. Будешь стоять. Нет. Всё. Нет. Выключай нет. Давай. Выключай и в угол. Ладно, пока. Стой, куда ты пошел? Почему пока? А что у тебя происходит? Ты что сделал? Куда ты пропал? Странный какой-то. Что ты показал зажигалку? Он сжег 5000 что ли? У отца своего украл и сжег 5000? Больной что ли? Я его вообще не просил. Он что, дурак? Идиот какой-то. Ну, я расстроен на самом деле, потому что родители всегда зарабатывают эти деньги. А, как бы взять просто и сжечь, я не понимаю. Я забанил, конечно, дом пускай постоит, но я расстроен. Нельзя брать у отца и сжигать деньги, это вообще бред просто. Ладно, ребят, заходите все на сервер, всех всегда ждем. Не знаю, ну ставьте лайки, если хотите, но просто очень жалко деньги. Ладно, всем пока. Всем пока.